что, скрылась просто? Замаскировалась, что ли, мать её? Да нет, вы чё, вы чё? Где она? Так, секунду. Вот она, ребята, вот она. Это между двумя деревьями? Нет, это между двумя камнями. Ладно, тем не менее, нам все равно туда надо. Ой, сколько у меня мало еды, но я не заметил. Ладно, сейчас поедим там внизу. В аду, так сказать. Внизу. Так, я хочу пить и хочу жрать. Но нам поможет мои волшебные шоколадки выжить, в принципе, в этой пещере. Надеюсь, монстры не переспаунились после сна. Я очень на это надеюсь, потому что мне их опять убивать, это просто впадло. Да вроде нет, даже костер горит. Ставь. Все, две шоколадки и баночка с колой, все поправится, в принципе. Так, в пещере я сейчас прям вот тут вот нахожусь. То есть где-то здесь должен быть проход в неизвестную территорию. А если пойду туда обратно, куда тут пришел? Так, где тут выход, который пришел? Вот, оттуда. Я пойду, получается, куда? Туда. То есть обратно, да? Смотрите, теперь нужно пройтись вот по этой штуке. Короче, я потом вернусь лучше в ход в пещеру первый, вот там, где находится, и через него напрямую пойду сюда. Так, все. А, тут были большие мутанты, да, многорукие. Я их убил, в принципе. А, тут есть большой проход прямо. Ай-яй-яй, куда-то я упал, куда-то упал. Так, большой проход прямо, в принципе, на карте там обозначен. Но я боюсь идти тут, так как там может быть вода. Так, я не пойму, он не дорисовывает карту до конца. Вот нога валяется, например. Это проход или это просто текстура застрял? Ладно, пойдем сюда. Так, вот, что это валяется? Какие-то обломки, деревяшки. А, вот, собственно, трубчики. Вот, проход есть. Все-таки, смотрите-ка, прорисовывай, пожалуйста. Ты карту прорисуй, пожалуйста, я тебя прошу. Ну прорисуй ты карту, хрен, дебил. Тут уже вода где-то рядом. Вот, смотрите, тут есть еще проход, отлично. Так, подожди, у меня нос ужасно чешется, по-моему, сейчас носом убью. Хочу что-нибудь ударить, пойду пожрать когда. Так, я слышу шум воды. Возможно, тут есть аборигены еще какие-нибудь. Так, сверимся с картой, чтобы не потеряться. Мы сейчас внизу находимся. Уже туннеля. Туннеля. Так, как тут громко. Так. Посмотрим, сколько здесь проходов. Здесь проход один, в принципе. И он ведет куда-то наверх. Нет, смотрите, тут есть проход сюда, да? То есть это куда-то ответвление, что ли? Я хрен знает, сюда потом пойдем. Это даже на карте нет, представь себе. А это куда проход тогда? Вот это куда проход? А, так это не проход, окей. А, тогда пойдем по нашему проходу туда, вот дальше, по туннелю. Темноват, конечно, но не знаю. А, я пытался сделать факел, честно пытался, но что-то не получилось. Может быть, он делается из малышек какой-нибудь. Ну-ка, а у меня палок нет, ну просто прекрасно. Окей, идем прямо. У нас есть сейчас поворот налево и куда-то еще, по-моему, проходы есть. Так, вот мы нашли, в принципе, большую пещеру. Довольно-таки. Я слышу какой-то звук. Типа, что ли, идет какой-то. Какой-то летучая мышь, что ли? Что такое? Я ближе к этой штуке. Еще ближе иду. Я почти подошел, ребята. Фу, это что такое? Ой, блядь, это малыши. А, малыши застряли. Я в текстуру ухожу. Они меня сейчас в текстуру забьют, ребята. Темно. Так, я залез куда-то на гору. Просто прекрасно, ребят. Сейчас мы, знаете, сейчас замутим. Мы замутим вот так. Бляха, муха, нет, нет, я не хочу умирать. Так, я живой, окей. А, я далеко от аборигенов? В принципе, далеко. Я, по-моему, убил даже несколько человек. Я не вижу, по крайней мере, аборигена. Давайте кинем сюда еще. Вот, вот так лучше будет. И наверх просто. Прекрасный форест вообще по физике, в принципе, превосходит все игры, по-моему. Тут самая лучшая физическая часть, потому что я могу просто стоять на вертикальной стене и просто убивать всех людей снизу. Окей, их разорвало нахер, в принципе, так им и надо. А какого-то фига у меня взялся какой-то самый дерьмовый топорчик мой. Так, тут кто-то еще есть. Кто-то бегает, топает много сильно. Вон, я видел, кто там пробежал. Кто это? Так, палки. Халявные палки, представь себе. Такое даже бывает. Даже в форесте такое бывает. Так, палки. Опа, ящик. Не ломается.
Прекрасная поляха, будьте темно. А, так он скрытый, окей. Этот ящик валяется, тут ничего нету. Почему-то в нем должен быть динамит, но что-то, видимо, все стырили уже до меня кто-то. Ты все кто-то хочет тоже мой динамит украсть, я его потом взорву. Будут знать. Так, вот что это такое, стик, палка. Палка, еще палка. Так, давайте, типа, короче, вот сделаем вот так сейчас. Заодно и осветим немного экран. Вот так вот быстренько. Вот так вот лучше. Вот, смотри, как теперь здесь лучше стало, светлее, и даже домашний уют появился, наверное, немного. Так, пожарим вот эту штуку, подождем. Так, случилось нечто страшное, костер развалился, я его ничего не ударю палкой. Смотрите, все-таки можно поджигать то, что написано горящая, прообгрызенная палка. А как ее поджечь, а вот хер его знает, поэтому идем дальше. О, посмотрите, палатка, походу. Это что, реально палатка, что ли? Вау, это палатка, ребята. Вау, мы нашли крутое место. Что это такое? Это пропал кто-то, короче. Шахтеры, видимо, какие-то пропали. Давайте поспим здесь немного, точнее, сохраним. Все, в принципе, мы поспали, сохранить. Оба, это что такое? Борс, это наша бухашечка. Смотрите, сколько здесь динамита. По-моему, это динамит, да? Я уверяю вас, это динамит. Но... Вау, он ломается. Теперь он стал ломаться. Ой, ну просто охрененно. А в них что-то полезное есть? Или это просто ломающиеся ящики, ни с чем? А у них ни хера нет, ну просто прекрасно. Ну так вот, мы нашли какую-то новую вещь, смотри, мы нашли лагерь шахтеров, так сказать, перевалочный пункт. Вот почему они сейчас стали ломаться, а раньше нет. Это магия просто какая-то, видимо, игра на ходу обновляется, просто пока я играю, она прям обновляется так. Ладно, у нас есть еще один путь, вот, вау, смотрите, что там такое. Вау, я хочу туда. Так, руки и ноги, по-моему, это разорвало моих аборигенов место, которые я подорвал просто нафиг. Мы, в принципе, далеко довольно глубоко углубили в шахту. Ой, серьезно, извиняюсь. И теперь можно просто проследовать здесь. Мы, может быть, что-то ценное найдем даже здесь. Потому что мы что-то куда-то вообще ушли. Вот куда я сейчас иду, и хер его знает, но тут есть абориген. Здорово, быстрее, пока спишь. На. Все, готов. Хаваем, хаваем, пьем. Все, так, прекрасно. Я пополнил упакован. Так, кто там пишет, ну серьезно, что за херня происходит? Ну так, ой, закашлялся немного. Темно. Так, опять эта карта ни хера просто не помогает что-то. Я надеялся на нее всем сердцем, надеялся, что она мне поможет найти путь, а вот хрен, она не хочет прорисовываться прямо. Я уже где-то бегаю в белой области непонятной. Мы, видимо... Главный герой не хочет рисовать карту, ему просто лень, он говорит, да ну нахер твою карту, я не художник, поэтому не хочу рисовать. И просто не хочет ее рисовать, да, логично. Так, идем дальше по водичке. По-моему, я здесь даже был, хотя я точно не помню. Ладно, запрыгнем на камень, чтобы обезопасить себя от всяких аборигенчиков. Так, теперь посмотрим на карту. На карте у нас ни хрена. Тут вроде бы очень большая пещера, поэтому так и показано, что она типа большая и все такое. Так, я иду вот к этой фигне светящейся. Так, окей, ходим вот так, чтобы вдруг что произойдет, мы были готовы к защите. Кто-то вылез, по-моему, из воды. Ну это прикольно, залипательно, реально просто. Заепательно выглядит. Так, карту выключи, пожалуйста. Так, кто там пишет, а? Серьезно? Что такое? Ужас просто, прерывает меня. Так вот, что происходит? Опа, я вижу свет. Я вижу свет. Я опять заблудился, даже с карты я умудрился заблудиться. Что это такое? Это денежки, ты представь, денежки светятся. У нас еврейское чутье. Мы видим сдалека деньги, которые валяются на полу. А это что такое? Камни, палки. Весь комплект, вот смотрите-ка, прорисовалась карта. Это что-то типа какого-то склада, что ли, или шахты большой. Ну тут есть, по крайней мере, большой проход вперед. В котором я прямо сейчас нахожусь. Точнее, узкий проход. А это хорошо, и в больших помещениях я ничего не вижу. Чё это было только что? Там какой-то звук чапкающий. Это что, тупик, что ли? Да не, вы чё? Это не может быть тупиком. Я тут... А, вот веревка, ну слава богу. Я уже испугался, ребят. Думал, тупик, и все уже потеряно все. А, так, а куда я ползу? Я, по-моему, на выход ползу. Это может быть еще один. Кстати, эта пещера соединена с другой пещерой, которая находится возле лагеря аборигенов. И эта пещера какая? Там может быть написано. Эта пещера хер его знает какая. Также, это возможно все пещеры соединены, потому что я вижу внизу, я помню, там пещеру слазил и карту нарисовал. Эта пещера сейчас отмечена на карте.
То есть, быть, они реально просто все связаны. Это хорошо, в принципе. Так, какой-то ушел куда-то далеко. Давайте возьмем нашу имбовую палочку, чтобы, если что, надо дать сдачи аборигенам нашим. Так, опять, я, по-моему, пришел в ту пещеру, в которой я утонул. Если ничего не путаю. Нет? Да, это та пещера, в которой я утонул. Вот нахер у вас, короче, с этой пещеры. Так. Смотрим, смотрим, давайте посмотрим. Вот тут, по-моему, тупик должен быть. Я прав? Да, тут тупик вот с этой вот лампой. Я, по-моему, здесь утонул в прошлый раз. Но по карте тут написано, что здесь должен быть какой-то проход наверх или в бок куда-то вообще. Короче, валим отсюда, идем, вылазим наружу вообще, чтобы там что-нибудь сделать. Или пойдем в другой проход. Там вот, смотрите, ответвление есть. В пещере налево, и там какой-то он прикольные ступеньки нарисован. Я хочу туда. Так, где-то здесь должен быть спуск, по которому я залез. Вот он. Так. Ох, как тут сложно все происходит в этих пещерах. Очень страшно помереть где-нибудь, не знаю, какой-нибудь ловушки там, не знаю, подорваться на плитке или на динамите, который тут шахтеры раскидали. Так, ладно, главное выйти в большую пещеру, чтобы там. Если я выйду, значит, я уже все близко к цели. Все, я вышел, отлично. Кстати, тут, возможно, где-то бегают местные аборигены, я просто их не вижу, они меня тоже не видят. Они все-таки тоже без факелов уже. Так, бежим, 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 бежим. По правому. Держимся просто правого боку, потому что отход в правой стороне. Держимся правого бока и найдем. Вот, по-моему, вот этот факел, это обозначает наше, собственно, проход. Так, тут какие-то ящики. А, это наша палатка, да? Так, сохранимся там. Кто там шелестится? А, это палатка такая шуршит. Так, вот, смотрите, пойдем сюда вот. В эту сторону. Вот, идем сюда вот. Тут должен быть проход, я вас уверяю. Вот, вот этот проход, типа, он завален, да? А можно его раскопать как-нибудь? Ага, динамит нужен, ребята. Ну, слава богу, то мы все учили, потому что у нас есть динамит. Смотрите, у нас какой-то новый проход за динамитом, который находится. Так. Вау, ребят, прикольно сделали, замутили довольно прикольную вещь. Так, давайте возьмем нашу палочку. Ну, какая-то хрень нас выпрыгнет резко. А это куда, вниз, что ли? Так, подождите, я не хочу прыгать, конечно, туда. Вдруг я умру. Ну, в принципе, тут текстурки. Я сходился, поэтому можно прыгать. Ай. Я живой. Я жив, ребята, я жив. Воу, падаем, 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 падаем. Нет, падаем. Воу, куда-то падаем. Нет, вот. Ой, упал. Представляешь, упал. Больно-то как. Так, все, отлично. Мы прошли по этому ходу дальше, поэтому все довольно прекрасно идет. Поэтому ползем дальше. Так, стало еще хуже видно, теперь вообще ни хера не видно, поэтому возьмем в руку динамит. Он вроде бы даже светит лучше, чем наш фонарь. Ага. Тут какая-то дверь закрытая. Так, так. Вот. Все, динамит в руку, чтобы светило лучше. Так, еще одно большое открытое пространство просто. Я, по-моему, вижу там какой-то водопад. Что такое большое помещение? Что это за херня, ребята? Так, там какая-то хрень орет большая довольно по размеру, судя по звуку. То, что гул такой мощный прям был. Что это такое? Какой-то демон, что ли? Это крылья? Или это ответ блики? Так, мне вот сейчас мне жутко, серьезно говорю. Сейчас она меня резко прыгнет, я просто обосрусь на месте, серьезно. Ладно, тут спуск, в принципе. Пока мы в относительной безопасности, походу. Ну, кто там такой? Надо проверить все входы-выходы, чтобы они не могли забраться сюда. Так, ну тут вроде бы обрыв, обрыв, обрыв. Обрыв, обрыв, обрыв. О, все, здесь безопасно, в принципе. Так, что такое? Не пугайте меня, пожалуйста. Они прям внизу, я уверен. Кто это там такой? Только не говорите, что они умеют лазить. Они не умеют лазить, я уверен. Так, там довольно высоко, судя по тому. Ага, вон там. А, это двурукая хрень наша местная. Окей, держи динамит. Ой, еще и аборигенов взорвем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как плохо-то как все. Все очень плохо-то как. Залазим обратно. Спудимен, включай свою Молодец. Ох, это было близко. А у меня закончится динамит, ты представляешь? Закончится. А что делать? Что делать?
А у нас есть одна штука. Ой, у меня же есть эти эликсиры жизни мои. Так, а как их поджигать? Стоп, стоп, давайте. А почему у меня футболка бью? А, у меня синяя футболка. Так, давайте пойдем туда сейчас. Главное, это что? Это не попасться. Вот, вот так. Поджог. Поджог. Всех поджог, всех. Люлей отхвачу сейчас. Ой, закрывайся, закрывайся, закрывайся! Она горит, она меня пытается убить, она меня пытается убить, убить пытается. Так, опасно, она потушилась, потому что я сейчас могу просто сгинуть здесь. Так, эта тварь еще живая. Ой, сейчас мы с ними в одном котле вариться будем. Очень стрёмно. Ой, какая жуткая звук, а. Включи фонарик там. Ау, меня бьет. Да кто меня бьет-то? Где здесь веревка была, я помню. Ау, больно. Так, он хоть страшный, очень звуки издает, серьезно. Где-то здесь была веревка. Ой-ой-ой, это ты что? Запугал меня. Вот она! Лезь, быстрее, 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 быстрее! Опа! Ой, красавчик, просто напугал меня как-то. Жутко напугал-то. О, все, мы убежали от них. О! Тварь вообще монстр. Тварь, а не монстр, так сказать. Так, а, можно еще один шанс поджечь его. Давайте так же сделаем сейчас все. Только я не вижу его теперь. Давай, иди сюда. Где он? Мать твою, я знаю, что ты... Ага, вот он. Готов. А ты чё смеешься? Сейчас я тоже дам тебе. Люлей. Вот. В принципе, почему-то у меня не кончается мой флайер. Я не пойму, в чем проблема. Может быть, он бесконечный стал. Почему у меня не кончается флайер? Ну, в принципе, я не хочу испытывать судьбу, поэтому я оставлю этот пистолет у себя. Вот, возможно, он забагал просто и стал бесконечным. А, то есть один флайер, наверное, на 4 выстрела. То есть их соединяешь, и у тебя заряжается пистолет. Окей, раньше, по-моему, было просто флайер. Берешь и идешь. Так, а, мы убили кучу народа, в принципе. Поздравляем, мы теперь маньяка, похоже. Так, а куда проход? Где этот проход, который ведет мне в ту сторону? Где-то лесенка нарисованная. Довольно большая серия, по-моему, получится. Смотрите-ка, надо альпинистский крюк, а у меня нету. А нахрен альпинистский, смотрите, как надо. Альпинистский крюк надо, да? Я сам альпинист, от бога. Вот, нахер ваш альпинистский крюк вообще здесь нужен. Я вас уверяю вообще. Альпинистские крюки для лохов. Настоящие пацаны лезут просто вручную. Так, главное найти, знаете что, главное найти вот большую, небольшую, так сказать, неровность, чтобы по ней просто заползти, как человек-паук. Ладно, не будем пытаться. Я не человек-паук, поэтому нужно пойти дальше вот по этой штуке. Так, есть здесь проход небольшой. Как-то все сверкает неестественно, серьезно. Такого вроде в пещерах не должно быть. Ладно, мы замочили кучу народа вообще прям. Только что. Что это такое, ребята? Вау. Вау. Как будто вот там какой-то бездна, знаете. Ну, давайте подожжем коктейль. Я вспомнил, как поджигать L. Ну-ка. Там какой-то, типа, воронка, что ли. Давайте попробуем поджечь палку. Вот, наконец-то я... Ну, ё-моё, тупила. Ладно, ничего страшного, у меня есть факел теперь. Хотя он хуже светит, чем обычно, потому что я теперь вообще ничего не вижу. Там как бы... Там реально как будто кратер такой большой. Давайте спустимся к нему. Я хочу знать, что там внутри. Так, там все сверкает, все горит. Тут как бы тусовка аборигенов. Они тут поставили дискошарки, тусят внизу. Так. У меня прогорела палка, потому что я полез на этому штуке. На веревочке. Молодец, просто я. Так. Ой, серьезно, сейчас. Подожди секундочку. Так. Если при неосторожном шаге мы можем просто улететь вниз и подохнуть. Поэтому нужно все продумать на 100 вперед шагов. А! Нет! А, тут вода, по-моему, да? А, тут вода. Окей. Тогда ничего страшного. Всплыви, 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 то дурак какой. Так. Окей, зажги свет, пожалуйста. Я вижу, вон там какой-то свет черный горит. Красный. А это что такое? Веревка, да? Кстати, веревка. Ой, это веревка. Большая веревка, длинная. Торчит из недр земли. Точнее, воздуха. Давайте полезем по ней, посмотрим, что наверху. Она прикольно мигает так довольно.
Так, короче, куда-то она вверх ведет вообще, прям в небеса. Возможно, это выход еще один из пещеры. А, нет, заканчивается писать. Заканчивается. Так, куда я залез? Я залез куда-то наверх. Оба-на, смотрите, пещера, проход. То есть это куда-то в тупик идет. Это, видимо, типа какого-то перехода. Возможно, с этого перехода можно куда-то дойти. А возможно, нет. А если я прыгну, я умру, да? Да. Надо отсюда выбираться, ребят, потому что не круто здесь застрять. Нужно как-то выбраться из этого кратера, потому что я не могу сейчас нырять, потому что у меня нет акваланга. Ну вот, смотрите, мы нашли землю, это хорошо уже. В принципе. Вот, смотрите, мы можем залезть по этой штуке. А мы опять наверх залезем, да? То есть оттуда пришли. Нет, нам туда не надо. Нам нужно найти еще один проход. Так, это по воде уже, да? То есть проход идет под водой. Да, вот оно под водой идет там. А это хреново, ребят, хреново это, потому что... Я не... У меня нет акваланга, я тебе скажу. Ну, когда залезем обратно наверх, это уже другая веревка. Так, по которой мы спустились вот здесь. В принципе, я могу попробовать бочком проскочить, так сказать, по текстурам вот этой вот стены. Но я не знаю, успею ли я проскочить правильно или подохну просто там. Возможно, я могу сорваться и просто умереть в страшных муках. Поэтому не будем рисковать. Смотрите-ка, мы куда-то нашли проход, что ли? Я не помню, чтобы я здесь был. Или тут мы с аборигенами дрались. Так, а это вроде бы проход, да? К этому подходу по аборигенам. Так, я что-то не пойму, вообще карта какая-то неправильная, она меня пытается обмануть. Давайте пойдем к тому вот, к нашему проходу, который все-таки на лестницу вел. Вот смотрите, я иду сюда, это двигается штучка. Маленькая, желтенькая, красненькая. Так. Тут как будто не отмечены, что ли, камни, тут вообще, в общем, наверное, отмечена, как бы, как сказать-то, общая карта, без учета всяких препятствий. Вот, если я пойду сюда, то тут вроде бы... А, да, то есть тут альпинистский круг. Ну да, конечно, альпинистский круг. Ах, черт возьми, ребят, давайте попробую залезть все-таки. Так, ладно, ребят, я нашел какой-то новый проход, по-моему. Что это такое? Доска, смотрите. А, я возвращаюсь обратно, да? Давайте дойдем до нашей палатки шахтера и там закончим, потому что тут, видимо, нужен акваланг уже. Стоп. А, я же упал точно, но это не страшно, в принципе. Наверное, я смогу залезть обратно. Я уверен, что смогу залезть. А, вот хрен говорит игра. Нет, смотрите-ка, мы застряли здесь. Ладно, в принципе, давайте на этом закончим серию. Спасибо за просмотр, ребята. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал, добавляйтесь друзья ВКонтакте, вступайте в группу ВКонтакте. Всем до встречи, всем пока.